Это Малая для первого танцевального канала. Итак, это последний пятый урок. И что для вас мы приготовили на пятом уроке? Это просто хип-хоп танец, который мы будем танцевать сегодня. Мы все совместим. Каким образом? Просто надо посмотреть первые четыре, да, чтобы сделать пятый. Итак, мы совместим все, и у нас будет отличный хип-хоп танец. Мы с вами сегодня потанцуем. Итак, пятый урок. Мы с вами совместим все, что было на первых четырех занятиях. И это было скейт. Да? Скейт. И добавляли ром, и получалось skate, roll, skate, roll, skate, roll. Был second, да, second, очень простой, как понял. Да, в разных направлениях. Мы делали наш любимый часто. Бум, сюда, сюда, делаем вперед, назад, вперед, назад, делаем в сторону. И что мы еще делали? Самое последнее, самое главное, это hip-hop groove. Все, что мы делаем, это все с hip-hop groove. Да? Часто. Скейтинг. Скейтинг гроу. Да? Опять же часто. Опять же сэппинг. Да? Это полный фристайл ваш, если вы добавляете hip-hop groove. И в любом направлении делайте движение вправо, влево, фум-фум-фум-фум-фум-фум-фум. И так, под мое музло. Thank you.
А, да, это была Ирина Малая для First Dance Channel. Итак, с вами была я со своими танцульками в стиле хип-хоп. Да, у нас было 5 уроков, это было мало, но достаточно для того, чтобы вы научились танцевать хип-хоп и чувствовать его стайл. Окей, всем пока, увидимся, peace, мир.